Если смотреть на нашу планету из космоса, то она кажется маленьким голубым шариком на фоне таких гигантов, как Юпитер или Сатурн. Но наша Земля является огромным миром с горами, океанами, каньонами, водопадами, лесами и вулканами. Она стала домом для миллионов людей, миллиардов растений и живых существ от крошечного муравья до гигантского кита. Каждый день мы можем находить что-то новое для себя. Автор ролика, представленного ниже, показывает удивительных созданий, которые объединились в колонии. Крабы Лептомис Рексгеймарде. Они обитают в Австралии и каждый год в заливе Порт-Филипп собираются в огромные горы. В таком виде они напоминают инопланетных существ с шипами. Они сплачиваются для одновременной миграции. Причина такого поведения не установлена точно. Но ученые предполагают, что все дело в защите. В это время крабы сбрасывают старый хитиновый панцирь, и пока не затвердеет новый, они становятся уязвимыми для врагов. Чтобы повысить выживаемость своего вида, они строят крепости и самих себя забираются друг на друга, прикрываясь от хищников. Золотой скат. Дважды в год эти существа собираются в стаи для миграции. Всего в группе может быть несколько тысяч особей. Если учесть, что каждый скат имеет размер 2 на 2 метра, то вовсе не трудно понять масштабы процессии. Интересно, что они не плывут на глубине, а всей группой стараются держаться ближе к поверхности. От такой близости и огромного количества скатов создается чувство, что океан стал золотым. Не стоит недооценивать скатов за их мирный вид. Они вооружены ядовитым щупом, который предназначен для защиты от акул. Но они могут использовать его против человека, если он встал на их пути. Огнетелки или пиросомы – это морские колониальные животные, которые свободно плавают под водой. Встретить их большая удача, потому что мало кто их видел и снимал на камеру. Выглядят они как полые трубки, закрытые с одной стороны. Одна такая труба – это одна пиросома, но она состоит из множества мелких организмов зооидов. Размер огнетелки зависит от возраста, потому что зооиды постоянно клонируют друг друга, от этого пиросома растет. Так, огнетелки могут достигать в длину нескольких метров. Зооиды питаются планктоном, а движутся благодаря океанским течениям, так как не имеют средств координации движений. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.